Yo, what up, gang? Добро пожаловать в национальный парк Банф. У нас здесь прекрасная золотая осень. Сегодня мы с вами идем на перевал Кори. Дошел до первой развилки. Короче, маршрут такой, ребята. Вон туда идет дорога, на перевал Кори. Это круговой маршрут 15 километров. Он проходит через два перевала. Кори и потом дальше перевал Эдив. Огибает гору Эдив, которая проглядывает вон там через деревья. И есть вариант забраться на нее на вершину, но почему-то мне сегодня не очень хочется это делать. Такая стрёмная погода, может пойти дождь через несколько часов. Да и когда я приехал, были такие тучи, с которых там наверху сыпал снег. Внизу капал мелкий дождик. И поэтому обойдемся без вершины. Пойду через два перевала. Смотрите, большие вершины снова в снегу. Ненадолго он растаял. Скоро начнет сыпать по полной. Горнолыжки, саншайн, уже близко. Осенние виды уникальны, конечно. Недолговечны и абсолютно прекрасны. Смотрите, опять все закрыло тучами. Там видно идет и дождь, и снег. Наверное, скоро накроет и меня. Я пока ушел не очень далеко от машины. Если начнется жесть, можно будет и развернуться. А пока буду идти дальше. Вот и сентябрьский снег. Долго ждать не пришлось. Ну, лучше так, чем дождь. С таким снежком нормально идти. И такой мелкий. Ничего тут сильно не засыпет. Потихоньку выбираюсь на хребет. Тут первую треть дороги идет такой беспрерывный, крутой подъем. Тяжело дается, не хватает дыхалки. Хорошо, что не жарко. Вообще прекрасная погода с этим снежком. Та вершина гора, которую я буду обходить, кажется, еще не засыпана. Но вот за ней будут полностью снежные виды. Магия происходит. Уже неплохо поднялся, но вообще набор высоты на этом маршруте больше, чем 1100 метров, по-моему. Поэтому надо еще поработать хорошенько. Скоро поднимусь к другим видам. Пойдем. Смотрите, вот эти две горы, это Маунт Эдив и Маунт Кори, а там посередине пролегает моя тропа на перевал Кори. Пусть не близкий, погода очень сомнительная. Пока я пойду вперед, и когда подойду ближе к скалам, будет видно, что делать. Возможно, придется поворачивать назад, не могу пока ничего сказать с определенностью.
Что касается жизни, то это музыка. Рядом или вдали звучит постоянная музыка. Будь то хоть ночи или дни, это музыка. И даже в маме тишины крик, это музыка тут. Вдруг она займет свое место. В твоем айподе будет трек неизвестный. По мегабайтам не прочитать имя артиста. Погода потихоньку портится, но я уже довольно близко к перевалу. И если я его перейду, уже не будет смысла возвращаться назад этой тропой. Спуск с другой стороны полегче, там легче уклон. Можно будет сбежать по прямой довольно быстро. Кажется, придется идти до конца, друзья. Вот, осталось дойти до туда. Если до этого времени меня не накроет никакая жесткая туча, буду переходить перевал и идти круговую. Твоя женщина любит чарующие звуки. Песня о романтике, песня о разлуке. Стоит поставить музыку вашего поцелуя. В этот момент ты ее интересуешь. Идешь по ночной улице города, музыка у проезжающих машин играет. Подобрался вплотную к Mount Edit. В плеерах музыка, вся наша красочная жизнь. Это есть музыка. Приближаюсь к перевалу. Музыка, музыка, музыка. Все еще виднеются синие просветы в облаках. Поэтому думаю, что пока можно идти. Музыка, музыка, музыка. 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 Новые дни приносят новую музыку. Нам старые. Смотрите, вон оттуда я пришел. Поднялся по этому хребту вдоль горы Эдив. Вот здесь есть тропа на ее вершину. Вижу, с нее как раз спускаются ребята. Ну а здесь, за углом, прямо подо мной перевал Кори. Вот это Маунт Кори. Как называются те горы, я пока даже не знаю. Придется сейчас посмотреть. Потрясающе. Где-то здесь точно придется делать привал. Впитывать в себя эту красоту. Снимать какие-то таймлапсы. А потом топать дальше. Вон там снизу и вокруг. Вокруг этой горы остальные. Сколько там осталось? 9 км. Но они уже пойдут на спуск. Кажется, что здесь я набрал максимальную высоту. Мне интересны треки, в которых пусто. Не важен жанр песни, в которой чувства. Поэтому мы созданы творить песни такими, какими мы в своей душе являемся сами. Добрыми, злыми, грубыми, хрупкими. Там, где я сидел на привале, вдруг резко похолодало. Начал дуть очень сильный ветер. Я сильно замерз. Буквально за пару минут пришлось убежать вниз. И дальше идемся. Волшебные виды. Вон они. Я знаю, что завтрашний день начнет снова утро. И что бы я ни делал, рядом всегда будет музыка. Музыка, музыка, музыка. Музыка, музыка, музыка. Музыка, музыка, музыка. Это просто невероятно. Музыка, музыка, музыка. Как, впрочем, и вот это. Музыка, музыка, музыка. Вау. Музыка, музыка, музыка. Музыка, музыка, музыка. Музыка, музыка, музыка. Какая трещина. Жесть. А здесь у нас что? Кажется, мы нашли дыру. Смотрите, какие там врата.
Как будто что-то из «Властелина колец». Я двигаю туда. Вижу тропу. Иду под очень мощной скалой. С той стороны тоже очень крутая. Но вот это, мне кажется, перевал Эдиф. Если я ничего не напутал. А это гора Эдиф. Ее я обхожу вокруг. Прощаемся с этими скалами. Дальше дорога забирает вниз. Очень крутое место. Очень. Рано с утра звонок в скайп, PM Ride Bro, лови новый минус. И я принимаю с Канады в Латвию. Быстро летит этот файл, на следующий день у микро я уже читаю. И так запущен процесс, несколько лет. Новые мысли, куплеты, новый коннект. И только старый микрофон знает там же. Мирно ожидая, когда включат запись. Бегущим по краю, по тонкому льду. Тем, кто хочет воплотить цели и мечту. Этот трек я таким посвящаю. Бегущим по краю, бегущим по краю, бегущим по краю, по тонкому льду. Тем, кто хочет воплотить цели и мечту. Этот трек я таким посвящаю. Бегущим по краю, бегущим по краю. Время проходит, но что-то останется прежним. Острые клыки врагов, губы нежные. Та любовь, что со мной навсегда. И тот страх, что следует по пятам. Не расставив запятых, не расставив точек. На оставленных листах не разобрать почерк. Лишь под утро без сил засыпая, вижу сон, как бегу я по краю. Вот она, Маунт Эдиф с другой стороны. А вон опять синее небо. Где-то там солнце. У меня снег. Бегущим по краю, по тонкому льду. Тем, кто хочет воплотить цели и мечту. Этот трек я таким посвящаю. Бегущим по краю, бегущим по краю, бегущим по краю, по тонкому льду. Тем, кто хочет воплотить цели и мечту. Этот трек я таким посвящаю. Бегущим по краю, бегущим по краю. А может быть мне стоит сдаться, может упасть. Выкинуть ручку и лист в эту пропасть. Беззаботно до полночи засыпать. Вечером с любимой, с утра на работу. И все нормально в размеренной жизни. Но что-то в сердце, в глазах нету искры. Нет, и все-таки я выбираю свой собственный путь. Бегущих по краю, бегущим по краю, по тонкому льду. Тем, кто хочет воплотить цели и мечту. Этот трек я таким посвящаю. Бегущим по краю, бегущим по краю, бегущим по краю, по тонкому льду. Тем, кто хочет воплотить цели и мечту. Этот трек я таким посвящаю. Бегущим по краю, бегущим по краю. Вот она жизнь, ничего не дает просто. Важно сделать свой выбор где-то на перекрестке. И сделать так, чтоб назад не смотреть. Не было сомнений, ни о чем было жалеть. Вот она жизнь, кажется порою сложной. Но в ней помимо всех преград есть возможность. К цели не пройти прямой дорогой шагая. Иногда приходится бежать по краю. Бегущим по краю, по тонкому льду. Тем, кто хочет воплотить цели и мечту. Этот трек я таким посвящаю. Бегущим по краю, бегущим по краю. Очень живописная дорога назад тут идет через лес вдоль этого ручья. Очень прикольно. Может, немного однообразно для съемок, но для себя в такой осенний денек со всеми этими красками
и растениями. Это очень круто. Отличное возвращение. Добрался до той самой развилки. Утром я ушел вон туда. Вечером пришел оттуда. 15 километров у меня заняли около 6 часов. Я шел совершенно не спеша, несколько раз делал привал, любовался видами. Виды были совершенно восхитительные. Очень рекомендую этот маршрут всем. Да, перевал Кори, топ-5 однозначно по видам. В общем, друзья, как обычно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень нравится с вами общаться. Спасибо за внимание. До новых встреч. Peace.